Ронинс, это тебя в первую очередь Ронинс, касается. Ронинс, я тебя нахуй вообще взорву, сука, если свой рот не закроешь, блядь. Что я, блядь, сказал? Если ты даун что-нибудь скажешь, что я сделал, блядь? Я тебя выебу и кину что тебя. Что я сделал, тварь ты ебаная, ты мне объясни. Летели под ноги, а 20 человек решило, блядь, а нахуй, мы постоим вот. Зачем? Зачем нам лезть в воду, блядь, мочить наши тапочки? Постоим, блядь, на берегу. И что сейчас будет? Очевидно, влетает, блядь, в эссайд, ебет их родных. И они уходят на ную, только уже не глайдером, а своим, блядь, естественным путем. Вот что это за хуйня? Итак, господа, вы сейчас прослушали момент, который я сделал около 8 месяцев назад, когда мы дрались с Ланнистер Пати, там, таможней на Невере, когда эти топовые скилловички орали «Мы вас на скеле выебем, вас просто зерк!» Когда онлайн, в принципе, был на старте Бигвара, в их пользу. Но хотелось бы перенестись вот сейчас, 2 февраля 2018 года, и посмотреть, что же изменилось за это время. То есть, давайте-ка посмотрим. Итак, сейчас ситуация на сервере Марли. Тут была фракция шахматиста местная, там с онлайном человек 60, там 50 в прайм. Против них прилетели Ланнистер Пати. Прилетели там 50 человек, вступили в местную фракцию и начали воевать. Просто скилловики. В ответ мы приезжаем в флеймы плюс френдли. Нас тоже там человек 45-50. И начинается ПВП. Очевидно, что Ланнистер начинает сосать. И начинаются подсумоны. В которых почему-то постоянно обвиняют они нас. Итак. Прилетает сначала 24 Деуса со Шьяры, насколько я понимаю. Потом прилетают еще какие-то 7, не знаю, челиков. Тоже, наверное, Деусов. И еще 19 с Кипрозы, по-моему, из сброда людей. И что вы думаете? Это изменило как-то ситуацию? То есть к ним добавилось 50 человек. Вот просто 50 живых человек. К местной фракции Liberty. Плюс к Ланнистер Пати. Еще плюс 50 сверху. Сейчас у них онлайн примерно такой же. Или даже бывает иногда выше нашего. По именно вот онлайну фракции. Но, конечно же, местные и Ланнистер Пати пишут, но у нас в рейде меньше, мы за этих зеленых не отвечаем, они нам не союзники. Ну да, конечно, они ходят на рейды, они ходят на праймы, но они вам не союзники, это да, конечно, так. По итогу, они сосут абсолютно каждое ПВП, у нас не умирают практически люди никакие. И постоянно они винят в этом нас, что мы ебаный зерк, мы вестсайд, хейча рядом, хотя он вообще на Левиафане. Пишут, что у нас плюс 50, хотя нас там, допустим, может быть даже по онлайну меньше. Ну, я хотел бы вам просто показать пару моментов Ланнистер Пати, чтобы вы понимали, может быть, почему вы проигрываете. Может, я вам дам совет, я же, блядь, гайдодел все-таки. Итак, я бы хотел обратить внимание на ваших топовых РЛов, особенно Беспредела, который ходит в чародее с двуручкой и ведет рейд. Вы понимаете, насколько это звучит тупо, блядь? Человек бегает с 25 тысяч хп, с 2к дефа, с двуручкой и управляет рейд. Управляет рейдом. Когда он умирает, вы юзаете крылья и вы идете ПВП. Либо переходит все управление, допустим, на какого-нибудь Микизора, офицера из ЛП. Насколько эта информация точная, я не знаю, но мне говорят так. Что же делает Микизор? Ну, вы должны понимать. Это Сурок. Это человек, который никогда ничего не соображал в ПВП, там, в управлении рейдами. Это человек, который играл всегда в зерги на фейфарме. Зачем вообще он вам нужен, никто не знает. Вот и все. Умирают два человека, вы выйдете ПВП. И еще один моментик есть, очень интересный, который я часто замечаю, но мне как-то... Я думаю, что я просто не верю своим глазам, когда я это вижу. Потому что это ебаный позор. Это 2018 год. Вы сейчас увидите этот момент. Итак, идет обычное ПВП на Дельфе за охуенные плиты. Все кайфуют, все радуются. Я тут с глазика стреляю, блядь. Но обратите внимание на левый, блядь, часть экрана. Что мы видим? Мы видим ебаного хила 10500 из ЛП. Какого хуя? Что это, блядь, такое? Почему вы кикаете бедного Милика Ронинса за то, что он оскорблял союзников? Ну и кикаете вот таких вот, блядь, долбоебов. И это не первый раз. Я часто вижу такое. ЛП просто во время ПВП, когда их рейд, блядь, умирает или дерется. А иногда бывают ПВП нормальные достаточно. Они просто берут плиты и уплывают.
Вы чё вообще нахуй ебанутые? Это 100 голды, понимаете? Это ебаных там 15 рублей. Вы вообще нахуй поехавшие. Зачем вы одевали ебаных персов? То есть еще раз, присмотритесь, это не она не до начала ПВП взяла. Вот она летит сверху, она летит из ПВП, хватает плиту, блядь, делает блинк и вызывает ебаный катер. Просто пиздец. Я надеюсь, после просмотра этого видоса я зайду в игру и будет табличка, кто это, ник не вижу, блядь, кикнута из фракции, нахуй. Потому что это ебаный позор. Если у нас это кто-то будет делать, то, наверное, это будет Милик, и, ну, мы дадим ему поебалу, наверное, скорее всего. В общем, вот так вот. Короче, ЛП, следите за своей помойкой. Можете, конечно, продолжать ныть, что вас меньше, что вы сайт, опять хейч там, блядь, мутит всякую хуйню, будучи на другом сервере. Но я вам советую осознать, что вы ебаная помойка, и пытаться учиться играть в эту игру, одеваться и так далее. Менять релов, кикать нахуй ебаного беспредела и так далее. В общем, все, всем спасибо, всем пока.